Лучший результат у нее всего лишь 49 баллов в этом сезоне. Ну, как вы знаете, Лариса Селезнева и Олег Макаров катались в паре в Советском Союзе, были чемпионами. Если судьи будут благосклонны, то будет благосклонная оценка за вращение в каскад из двух тройных. Тренирует ее Мачику Ямада. Испанская тема. Платье приятное. Она прыгает два тройных тулупа. Ну, был недокрут, но которую тот написал для кинофильма «Тринадцатый воин». Кто там, Бандерас? Начинает свою программу вроде как. Еще раз каскад из двух тройных тулупов. Есть недокрут. Так что разницу ощущаете. Микиандо 66 в Японии. Лут-стулуп в начале программы. Три оборота. Ну, есть там немного. Давайте посмотрим. Здесь ничего не видно будет на приземлении. Тут практически нет. Недокрута. На тулупе. Ну, такой.